Окончательный диагноз – черепно-мозговая травма. Медики отмечают, что чиновнику стало лучше, однако из-за постоянных головных болей ему придется наблюдаться у невролога. Состояние больного стабилизировалось, вот, он стал лучше себя чувствовать, но учитывая, тем не менее, сохраняющуюся общемозговую симптоматику, больной планируется выписка больного на дальнейшее лечение в амбулаторию по месту жительства. После инцидента Евгений Горлов обратился с заявлением в полицию. Как нам сообщили в правоохранительных органах, по этому делу ведется проверка.